С января этого года в квитанциях для оплаты коммунальных услуг россияне заметили новую отдельную строку – плата за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Тариф для жителей устанавливает региональный оператор. Правда, не во всех субъектах страны сегодня утверждены территориальные схемы обращения с отходами, а без них не выбрать и оператора. К нововведениям готовится Забайкальский край. Об этом на заседании регионального правительства сообщил министр природных ресурсов Александр Волков. Оператора выберут с помощью конкурсной процедуры, и забайкальцы сразу почувствуют это на себе. Цена за вывоз мусора может вырасти в 2 раза. Представьте себе, на сегодняшний день, как идет обращение с отходами? Они просто вывозятся и сваливаются, скажем так, на определенном месте. Как должно быть? Должно быть, как говорится, первое, раздельный сбор мусора. Это затраты. Второй момент. Отходы должны быть переотсортированы и обеззаражены. Это опять дополнительные затраты. И, наконец, захоронение. Захоранивать твердокоммунальные отходы необходимо в прессованном, обеззараженном виде. А также осуществлять комплекс мероприятий по нераспространению вредного воздействия на окружающую среду. Поднимутся на сколько тариф? Если по опыту регионов, они выросли в 2 раза и более. Насколько именно вырастет тариф, министр ответить затруднился, зато добавил, что на территории региона будет создано 7 полигонов. Уже существующие в Краснокаменске, скорее всего, реконструируют и расширят.